Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Я снял, на мой взгляд, ряд интересных видео, но, к сожалению, я не могу их перевести сразу с мобильника в интернет, ибо это не мой телефон, а телефон матери, а там нет интернета. Также я не могу через Bluetooth перекинуть. Ну, короче говоря, выход был найден. Я вам сейчас их так покажу с мобильного телефона. Надеюсь, это будет интересно. Ну что ж, приступим. Ну, это первое. Теперь второе. Так. Регистрационный номер X382-63. Значит, взяли 4 бутылки пива. Сейчас уедут. Ну, это я поиграл немножко в шпиона. О, а тут вообще Светлана Анатольевна в отпуске. Почему-то работница бюджетных сфер вынуждена горбатиться на даче Николая Ивановича Меркушкина. Слышь, мать, давай рассказывай. Три лопаты, чеснок копай, понял? Еще есть еще много интересного. Мы находимся, значит, там его. Подождите минуточку. Мы находимся, значит, в домике всей старой семейки, в домике отца моего. И вот тут вот, ну, эта дача сначала принадлежала не моему отцу, а моему деду. Когда продавал номер, отец отжал дачу себе. И, в общем, вот в этом самом погребе он держал и пытал людей, которые были не согласны с тем, что дача после смерти дедушки стала принадлежать ему. Ну, ныне это просто обычное, как вы видите, пол. А раньше вот эта вот херня, специальная фигня открывалась для дощечки, и там была внизу пыточная. Так, идем дальше. Идем дальше. Вот какие хоромы построил, какую отделку сделал мой отец Кривошеев Михаил Владимирович. Вот пальмы, вот вы видите дорогостоящую люстру за 120 тысяч. Вот обои в спальне. И все бы ничего, но есть один существенный фактор. Дело в том, что до незадолго до ремонта Цицуевну Нину Николаевну, сестру моей бабушки, неизвестные, ограбили и унесли 120 тысяч. Неизвестно, откуда взялись у отца деньги, ведь его не берут на работу за его политические взгляды, и он вынужден пахать на стройке у Николая Ивановича Меркушкина. Ну, это не удача, а оно заместитель, но тем не менее, такая вот ситуация. Ну, а папа просто Жириновского поддерживал. Да и сейчас поддерживает. Идем дальше. Существует две причины, почему у нас гараж расположен на даче так низко. Первая причина. Мой дед работал на КГБ СССР, и так гараж был не менее заметен с вражеского спутника. Ну, и вторая причина, более прозаичная. В этом самом гараже зятем они гнали нелегально самогон. В году так это к 86-м. Так, что же у нас еще? У нас еще полно довольно-таки интересных видео. Самара и Самарской. Доступ туда строго запрещен. Ну как вам
Михаил Владимирович. Так. Сейчас, о, это вообще полный шик и блеск. Ну-ка, сейчас, минуточку, заинтриговал. Мать на работе. Точнее, на отдыхе. Но для нее отдых это работа. Так, что же еще есть интересного? Какой-то идем начин, но не знаю. Не знаю, как у нас получится, нет ли. Пиво ли? Пиво ли, а? Да, не получилось, там ничего интересного. Не запечатлел сейчас. Минуточку. Попытаемся. Что, не видно, что ли? Как-то, не знаю, вам видно, нет? Видно, как это, ну это не парашютист, а аэроплан там, или дельтаплан. Ну короче, какой-то чувак там с парашютом, и сзади у него винт от пропеллера. Наверное, не удалось. Вот. А, вот, да. А, ухуел. Да, удалось таки снять дельтапланериста. Еще видео. Походу, делают какие-то терки с родителями и между собой. Думаю, вам будет очень интересно. Мань, учитель с начальных классов ни хрена не понимает геометрии. Я все понимаю, просто надо. Пока входить, что? Сейчас. Понятно. И вот и земля здесь, понимаешь, вот здесь видишь, вот тут. Здесь это понимаю, вот это вот. А здесь у нас. Комары? Комарики? Но я готов потерпеть ради миллионов подписчиков моего канала. Кстати говоря, действительно, ставьте лайк и подписывайтесь. Пожалуйста. А вот скандалит отец после пьянки. Сейчас, сейчас, все. Буду, сейчас вам все покажу. Ну, не все, но что заснял, то сейчас и покажу.
Минуточку. Сила. Все. Еще раз. Не пересмотрите там, где я мать снимал. Кому интересно. Все. Пока.